Сегодня мы проведем очень серьезный эксперимент. Мы проверим, реально ли обворовать квартиру, где находится глухая собака, и за сколько времени можно вытащить 10 вещей. В нашем эксперименте будут участвовать 10 вещей, которые нужно украсть. Поэтому посмотрим наш эксперимент. Поехали! В данном эксперименте я участвовать не буду, так как Рокки меня знает от начала и до конца. Будет участвовать Аня, он ее знает меньше, и я сделаю все для того, чтобы он не понял, что это Аня. Мы ее там обработаем специальным средством, она наденет на себя абсолютно чужую одежду, запах, который Рокки точно не знает. Я приглашала людей, которых Рокки не знает, но они не согласились, так как испугались. Сказали, а вдруг на нас Рокки накинется, и может быть вдруг правда такое будет, я не знаю. В нашем выпуске будут участвовать две локации. Это коридор и комната, где будет спать Рокки. Я размещу 10 предметов. Аня не знает, где будут лежать эти предметы, но знает, что за предметы. Это будет там iPhone, это будут два компьютера, это сумка с вещами, это чайник и так далее. Задача Ани каждый предмет брать и вытаскивать за дверь. И мы посмотрим, за сколько минут она сможет вытащить предметы. И сколько предметов. Поэтому что, начнем подготовку? Значит, раскладка у нас получается такая. Чайник, тут наушники, сумка с вещами, значит, еще наушники, часы, вот тут колонка. Рокки у нас не спит. Дальше нужно будет взять айфоны, значит, конверт с деньгами, один компьютер и второй компьютер. Я думаю, что Рокки потом ляжет сюда. Ну все. Так, Рокки лежит, все готово. Все. Закрываем двери. Так, как я и говорила, мне дали вещи абсолютно чужие. То есть Рокки этот запах не знает. Я не знаю, я не готова. Это я самый экстремально ничего не боящийся человек. Вот, ну что, попробуем. Да, давай, мы сейчас тебя обработаем, я вещи взяла, мне их передали, антисептиком обработаем, да, максимально, и духами еще подохворим, чтобы, ну, вообще максимально отбить запах. Духами чужими, которые никогда не были. Ну да. Рокки. Страшно? Я не знаю, но немножко, да. Ну все, погнали. Так, вроде мы открыли. Ну что, ребят, идем в логово дракона. Поехали. Итак. Будем заходить потихонечку, потому что неизвестно. Он прям возле входа. Он видел тебя? Да. И чего? Он просто поднял голову. Thank you.
смотрите, как только Аня попыталась зайти, он что-то прочухал. Он лежит прямо вот здесь. Сейчас покажу вам. Вот, видите? Вот он лежит. В общем, это не так уж просто. Поэтому я хочу сказать, что в любом случае глухая собака — это хороший охранник. Я сейчас пойду в квартиру, мы успокоимся, покушаем. Аня будет в это время сидеть в машине. Вот. И попробуем еще раз, когда он уже уснет. Пока. Это нереально сделать. Нереально что-то украсть. Нереально, знаете, нереально. О, кошка, ты, блин, как все чувствуешь, ты все знаешь. Да? Ты все чувствуешь. Думаю, умница, думаю, охранник. Умница, да, бери свой, бери. Бери. Пойдем с тобой, пошли. Бери. Бери, молодец. На самом деле, я не знаю, как грабители это делают, но когда маска прилипает, все внутри запотевает, и ты ничего не видишь. Это очень смешно. Ну, там не получается, да, то есть он просыпается, то ну все. То есть особенная собака дома — это очень безопасно, круто и классно. Ну, небезопасно для грабителей. Я его вижу. Он сидит на кровати. Он спит? Нет. Так, мы быстро берем сумку. Быстро берем сумку. И убегаем, 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 убегаем. Он сидит прямо возле двери. Сейчас он развернется и я выйду. Так. Ну там не получается, да, то есть он просыпается. То ну все. То есть особенная собака дома — это очень безопасно, круто и классно. Но я его боюсь. По-моему, он узнал меня. Рокки! Рокки! Да я испугалась, что он там стоял. Нереально вытащить ни одного предмета, потому что он все равно проснется, если он что-то почувствует неладное. Он почувствовал что-то неладное, и он чувствовал себя беспокойно. Он не засыпал, он ходил вокруг двери. Поэтому что я хочу сказать, что воровать квартиру с глухой собакой невозможно. Мы попробуем потом еще раз, в дальнейшем, уже незнакомого человека. Потому что, возможно, он о нем узнал. Но навряд. Он конкретно меня узнал. Да, есть такое наитие, да, он просто он начал меня нюхать. И мне кажется, он узнал меня по обуви, так как обувь все равно моя. Попробуем вторую часть абсолютно незнакомого. Человек надо только такого найти. Если вы есть кто в Москве, хотите попробовать, напишите. Спасибо вам, что посмотрели этот выпуск. Я буду рада вашему лайку и буду дальше придумывать какие-то эксперименты. Вот. Но еще раз хочу повторить, что особенная собака — это тоже собака. И, как видите, она отличный охранник. Поэтому поставьте лайки для Рокки, что он крутой охранник. Подписывайтесь на наш канал. Я благодарю вас. Ну и ты что, моя охрана? Лучшая моя охрана. Дюва, дюва.
Спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на наш канал. И знаете, что особенные собаки тоже хорошие охранники. Да, они будут вас любить, оберегать и будут всегда с вами рядом. Спасибо!